Витязи вайб. Я думаю, у вас она так же звучит. Ватрушка именно в нашем местности. Мне красиво. Представьте, как это все красиво смотрится. Снежные дюны. Река Мажипсин шурчит рядышком. Замерзают берега. О, тут прям слепь на память. Как редко стали встречаться эти моллюски. Шапочку кто-то упер. Брусья создали, вчера был шторм. Танапу прям очень любят. Местами лед. Минус 7, 10, 57. Арктика, ребята, всем привет, Черноморский, с вами Юрий Азаровский. Мы сегодня находимся в городе-курорте Анапа и проедем по некоторым пляжам, я думаю, что центральный Джимате и Витязева. Посмотрим, как там выглядит именно снежная красота. Дороги у нас уже потихонечку испаряются и такого гололеда, как вчера ночью, нету. Если вы хотите посмотреть, как выглядел полностью весь Пионерский проспект от Витязева и до Анапы, заходите в наш телеграм-канал, я вас там буду рад видеть. Благодарю за просмотр прошлого видеосюжета о поездке на СВО, за поддержку вашу в комментариях и за ваши лайки. На момент съемки видео их там уже больше 2100. От души, ребят, всех благодарю. Вы лучшие зрители, которые могли бы быть у меня. Спасибо вам большое. Дороги в Анапе чистые, центральные. То есть, если со двора мы выскочили, там небольшое обледенение было, то здесь все вовремя посыпали, почистили. Никаких затруднений в передвижении, в принципе, нет. Шевченко у нас тоже, в принципе, все чистенько и хорошо. Поворачиваем на Гребенскую. И ну, тут тоже все великолепно. Едем до моря. Тротуары что у нас все чистые. Снегом тут, как говорится, и не пахнет. Ну вот, хотел вам снежную Анапу показывать. Посмотрим, как, конечно, будет туда дальше. Раскопки, как всегда, зимой. Это печально. Ну, с водой у нас проблема. Вот ЖК вчера вроде бы удалось решить, подключили им воду, но люди все новогодние праздники с перерывами без воды сидели. Постоянно статистика по обращениям и жалобам. Гаргипия не радует. Людей практически нету. Играет музычка из Бургер Кинга. На дорогах местами лед присутствует. Но в основном все чисто и хорошо. Пальмы возле столовой «Мама Мия». Ну, пока выглядят живыми. Будем надеяться, конечно, они переживут эту зиму. Не утихают споры, какой аквапарк лучше в Анапе, на всем побережье. Мой выбор – Золотой пляж. После обновления он мне очень понравился. Как вам и какой нравится на Черноморском побережье, пишите. Будем вести статистику. Замерзшие лужи, немножко снега и выход на центральный пляж Анапы. Это арка, кстати, одна из, наверное, древнейших построек, которые сохранились у нас со времен еще СССР, а может даже раньше. Надпись «Пляж на пляже». Люди, в принципе, чуть-чуть, но есть. Конечно, это не праздничные дни, которые были до этого. Тут все кипело, все было в людях. Но все равно, хотя бы даже на песке есть немножко белых пятен от снега. Это центральная зона отдыха. Елочка, надписи. То место, где прошла общая встреча Нового года. И здесь как раз таки наши песковички ждут своих гостей. В этом году хочу поблагодарить всех, кто фотографировался. Вроде бы песковики пережили ваше нашествие. И вот так вот встречают вас на море. Здравствуй, морешка. Как красиво выглядят лавочки, да? Белый песок, как поется во многих песнях на море. Лебеди, в общем, красота. Лебеди хитрые, увидели, что подошли с песочком и подплыли к берегу. А тут на их фоне просто фотографируется. Бедышкам привет. Это символ, действительно, зимней нашей Анапы. И они очень часто приходят к нашим берегам. Хотят, чтобы их подкормили. Не кормите хлебом, кормите овощами. Они их тоже едят прекрасно. Лебеди тут позируют, привлекают, крылышками машут. Несите вашу еду. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, я Наталья Князева, я из Кузбасса, ваш подписчик. Смотрю все ваши выпуски, очень все нравится. Передаю всем привет.
подписывайтесь на Юрия Заровского. Очень интересно смотреть. Информация всегда объемная, красивая, обширная и злободневная. Каждый день информация прям в точечку. Спасибо. Спасибо большое. Приветики всем кузбассовцам. И не только, я набчанам. Можно и спросить, где отдыхаете? А я у подруги. Мы сегодня вот вышли подежурить, как волонтировать. Угу. Сейчас вот ждем Манишечки, я помогаю. Понял. То есть вы сегодня будете участвовать в мероприятиях, которые здесь будут проходить. Да. Хорошо, да. Как говорится, спасибо. Деятельность. Сколько я прям, вот Анапу прям очень люблю. Мне нравится. Нравится здесь люди хорошие, город красивый, море шикарное, вот лебеди. Прям набираемся такой энергетикой от вас. Вообще очень хорошо все. И прям растет город, преобразуется. Очень много изменений. Я практически каждый год бываю и каждый раз удивляюсь. Вот сейчас посмотрела, где закладывают императорский парк. Шикарный будет парк. И прям он, я так полагаю, в море вроде будет там спускаться или фуникулёр, или что-то. Я проект так... Мечта. Мечта. А мечты осуществимы. Пусть в нашем новом году все мечты, кто что замечтал, пусть осуществляются. Дай Бог. С Новым годом. Спасибо большое. Девочка. Спасибо. Молодец. Вот эти воробушки. Эти разлетелись. Один сидит, хохлится. Ай, оставили одного. Как они клево смотрятся. У вас там нигири, а у нас воробьи. И опять один остался. Привет. Правая часть, то место, где тут китайские мотивы были. Здесь немножко снега побольше, да, я чувствую, надо ехать дальше по Пионерскому проспекту. О, Александр! Поздравляю всех с наступившим праздником по старому стилю, с Новым годом. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия. Ну и тебе тоже здоровья и новых высот, как говорится. Благодарю. Отдыша. Любители моря тянет постоянно к морю. Мы с вами зимуем в Анапе. Это самое главное. Работает кафешечка, все аттракциончики здесь тоже на месте. Тут у нас брусья создали, вчера был шторм. Боялись, что вода опять сюда зайдет, но не раскачала так сильно, вода не зашла. Люди молодцы, уже знают, что делать всегда. Даже настилы, смотрите, убирали. Пойдем через китайскую зону, самую красивую и привлекательную. Хоть раз ее сниму, чтобы не было людей. То постоянно тут кто-нибудь стоял, что-то делал. Закутался, чтобы не простудиться еще сильнее. И гуляю вместе с вами. Вам спасибо, что вы гуляете вместе со мной. Надо дойти и к сказкам Песковика, потому что здесь мини-снеговики есть. Именно их и хочется посмотреть. Песок подморожен, минус 7. По нему сейчас как по асфальту можно прогуливаться. Ноги вообще не проваливаются. Один песковичок. Кстати, людей, смотрите, как контрастно стало больше. И этот песковичок с горочкой. Красавчики. В общем, зимний пляж Анапы выглядит просто на славу. Надеюсь, что вам понравилось. Это снегурка, что ли, получилась? Шапочку кто-то упер. Была, да, по-моему, уже большая такая. Осталась только как прической. Получился не снеговичок, а снеговичка. Идешь такой, думаешь, ребята, ну что у вас в голове? Вот как можно взять и украсть элемент благоустройства красоты нашего любимого города? Печалька, вообще печалька. Пионерский проспект выглядит немножечко зимним, но все равно как бы уже дороги чистые, растаявшие, то есть двигаться можно абсолютно спокойно. Проезжаем с левой стороны Ракету, с правой стороны Давиль, и я думаю, что мы сейчас на Давилевский пляж и сходим, посмотрим, как он выглядит. Тут идет застройка бывшего детского санатория Ракета, или детский лагерь Ракета. Появятся апарт-отели, наверное, опять, или еще что-то. Хотя обещали, что земля под детскими лагерями будет сохранена. Ну, получается, что, ну, как всегда, не хочу даже комментировать. Здесь поэтому сейчас из застройки можно подъезжать практически до пляжа. Стройка здесь идет бешеными темпами, судя по крану. Высота объектов ожидается довольно-таки приличная. То есть опять создают ветровую нагрузку, собственно. Опять будет деградация пляжей. Но это наши немножко приснеженные дюны и заборы на них. Выход на морешко. Обожаю такие картинки контрастные, те, которые выглядят как-то немного непривычно. Тут вы помните, что штормом разрушило дюны, все работы, конечно, по устранению разрушений. Ну и под снегом пляж вообще прям необычный. Следов крайне мало,
Хотя по самому берегу я смотрю, что люди гуляют. Такая вот необычная красота наших пляжей. Давиль. Ну и морешка здесь прям манит. Какое оно нежное. Не верится, что завтра опять будет шторм, прогноз. Если буду чувствовать себя хорошо, то пойду купаться в море. Ох, как редко стали встречаться эти моллюски. Я их называл всегда женские ноготки. У них такое более интересное название. Причем даже есть черненькие, видите. Рапанчиков очень много. Как не оставить такую надпись на память? О, спортсмены, это вообще прекрасно. Хочу поблагодарить, ребятки, благодаря вам, вашим донатикам на бензинчик по номеру 8988-333-7887. Мы можем передвигаться и снимать для вас более разнообразные видео от души всех, кто поддерживает. Спасибо большое. Это улица Кольцевая, район Дельфинария. Туда у нас Кристалл Уют находится, Бора-Бора Бич Клаб. То есть, ну, все объекты, я думаю, максимально знакомы. Тут тоже снег чуть-чуть присутствует. Мы въехали в Джимотен с правой стороны аквапарк Тикитак. Здесь тоже снег немножко присутствует. Ну, не сказать, что прям все в снегу и все прям зима. Вчера было, честно, больше. Вот ночью посмотрите, еще говорю, в Телеграме тут красиво, прям зимняя сказка была, проезд у нас. Уральские самоцветы, заезжаем в Уральский проезд. И вот она зима. Вот она пришла зима. С левой стороны у нас пансионат Джимоте, по прямой у нас фея вторая находится. Рад, что нашли мы все-таки зиму, ты уже начал расстраиваться, думаю. Пообещал вам заснеженное все, только чуть-чуть на море снега. Так вот выглядят сейчас эти улицы. Туда у нас Уральский проезд на Фею пляж. Здесь по прямой улица Виноградная находится. Пересечение с улицей Морской. Чуть разогнался, пытаюсь тормозить, и очень тяжело. И улица Морская сейчас выглядит вот так вот зима. А это проходит через Уральские самоцветы, который был. Ну и по прямой, по Виноградной едем на первый проезд. Лед. Просто лед стоит. Но все равно ощущение интересное. С левой стороны проезжаем гостевой дом Астон. Находится в этом месте. Любимое место моих подписчиков. И с правой стороны приехали Фея Первая. Это у нас юбилейный тупик. Чуть дождь присутствует, а температура воздуха до минус 5 поднялась. Это хорошо. Ну и впереди пляж. Эх, не верится, да, что здесь только солнце, вы знаете, морешко и песочек. А тут сейчас прям вот так заснеженный проход к морю. Еще такими дюнами барханными. Снег хрустит под ногами. Ух, тут тенек, и видите, снега еще сохранилось много. Можно снимать такую классную картинку. И здравствуй, морешко Джимоте. Что-то пляжа вообще не осталось, да? Как-то узенькая полоска. О, тут прям слепь, ребята. Мешки с мусором стоят. Отдельно пластик, отдельно собираются ветки. То есть пляжики чистят. Я вот вижу, что аж вот оттуда убрали. Дальше пока еще мусора прям очень много. Ну, работы ведутся. Спасибо всем нашим службам, что наводят порядки на наших любимых пляжах. Кстати, здесь море помутнее, чем на предыдущем пляже. Зависит от того, наверное, как волна приходит. И вид на Анапу. Красиво. Вот ради этого сегодня и езжу, чтобы вам показать эту нашу необычную красоту. Красиво. Я все-таки увидел издалека о том, как здесь на дереве понамерзло. Прям такие ледники, айсберг в городе Анапа. И решил, что надо пройти вам поближе показать. Даже морская вода имеет такую тенденцию к замерзанию. Температура опустилась бы ниже, там минус 25 было, я думаю, что мы увидели бы, как замерзают берега. И даже вот такая, да, тема очень необычна, потому что ведь многие думают, что море не замерзает никогда. Либо наоборот не верят в то, что море не замерзает. Ух! Надеюсь, не зря шел, и вам понравилось. Очень необычно смотреть на то, как у нас белые вроде бы
пляжи должны быть с желтым песочком, но они у нас белые. Ай, солнце какое яркое. Слепит сегодня не по-детски. Вот оно, наше море, Джимате, наше солнце. Красота. Видите, в Анапе мерз, здесь на солнышке гораздо теплее. Думаю, что интересно вам будет посмотреть и на сам первый проезд, тем более одна из популярнейших улиц в Джимате. Поэтому давайте его покажу. Вот. Лужа была, наледи образовались. Это улица у нас песчаная. Проезжаем и по гололеду сейчас докатимся до Пионерского проспекта. Ну, люди есть, как минимум, кто-то здесь гуляет. Это большущий все-таки плюс. Хотя смотрю потом на телевизоре, картинка именно с камеры из машины, так вот прогулочная по улицам, выглядит, наверное, прекраснее всего. Здравствуй, Пионерский проспект. Юбки, во льду немножко и снег вокруг них. Подъехали мы к гостевому проезду. Можно посмотреть, как выглядит в ту сторону у нас. И дальше по Пионерскому движение, конечно же, не сильно сложное, потому что дорога чистая. Снег только на обочинах и тротуарах присутствует, и то в тенечке. Там, где светит солнце, он уже очень быстро растаивает. Поворачиваем на пляж, речка Мажипсин. О, тут в тенечке прям красота. Я смотрю, что дорога разъезжена, значит, сегодня здесь было уже очень много людей. Ох, слушайте, машине тут прям тяжко ехать. На ямках еще и скользишь. Река Мажипсин журчит рядышком. В сосновом лесу, конечно, снег выглядит особенно. Помню, когда в Курске я на лыжах катался. Блин, как я давно не катался на лыжах. Надо психовать, ехать на горнолыжку. Хотя бы, честно, и в Курске мне было по кайфу на лыжне. То есть, главное иметь удовольствие, наверное. Кататься. Я никогда не забуду. Вот самые, наверное, крутые ощущения. Едешь вот по лесу, снег хрустит под ногами, холодно, и ты на всю эту красоту смотришь. Такое наслаждение, такой кайф. Как же я люблю все-таки зиму, наверное, потому что она очень редко у нас бывает. Ну и вид здесь настоящего снежного моря. Не зря заехал, я еще сомневался, заезжать на Мажипсинчик или нет. Ой, дюны какие снежные, посмотрите с левой стороны. Просто невероятная красота, да? Специально сломали знак, тут стоял он, тоже как с той стороны пешеходный, поэтому вот ругаться на людей, что они выезжают дальше, не имеет смысла. Здесь прокуратуре надо штрафовать как раз-таки администрацию за то, что нету знака дорожного и проезд к пляжу не перекрыт. Река Мажипсин сейчас, прям водичка у нее такая кристально чистая, прозрачная, ее не так уж и много, и без труда пройдем мы к пляжику. Снежные дюны – это, конечно, отдельный вид искусства. Ах, какова красота. Как в зиму едем дальше почему-то от Анапы. Вроде к горам ближе должно быть холоднее, но здесь у нас больше снега. Давайте залезем тоже на одну из дюн. Посмотрим, как отсюда все это выглядит. Снег серебрится. Часто звучит вопрос, чего ты так удивляешься снегу? Ну что тут такого? Ну что ты не видел? Ну снег. У нас тут, говорит, этого снега, а у нас море и снег. И такого сочетания вы, наверное, тоже не особо часто видели. Представьте, как это все красиво смотрится рядышком с морешком. Совершенно ж другая атмосфера, остановочка. И хочется вам это все показывать и удивлять вас. Ну, невероятно же. Ну, по крайней мере, я тащусь. Мне красиво. Анапа на фоне белых пляжей. Те, кто выбрали зиму в Анапе в этом году, получили, наверное, все 33 удовольствия. И тепло на 1 января. И снег вот у нас 13 января. Ну, все было. Дожди, шторма. Получили удовольствие на долгие года. Если вы отдыхали, пишите. Как вам наша Анапа, ребята? Понравилось или нет? Мне будет интересно узнать ваш ответ. Уверен, что надо дойти до моря, чтобы полностью прочувствовать и эту атмосферу.
На каждом пляже она абсолютно разная. Представляю, завтра ветер, но я думаю, снег растает уже. Ну, было бы, конечно, круто запустить кайт на снегу и пойти в море кататься. С Александром поговорил, он говорит, вроде бы прогноз 100% стоит. Ну, не верится, да, что сегодня у нас практически безветрие, а завтра придут опять шторма. Здесь тоже мы видим, уборка проходила. Надо еще только от техники проехать, пособирать отдельно ветки, отдельно пакеты. Как же дышится-то на зимнем пляже совершенно по-другому. Кстати, до лета все меньше и меньше дней остается. Кажется, вроде бы, когда заканчивается лето, так долго до следующего. А если ты чем-то занят, желательно любимым и интересным, то время пролетает крайне быстро. Что, друзьяшки, я вот все еще думаю, на какой следующий пляж заехать. Ну, двигаемся точно в сторону Витязева. Хотя бы еще один там зацепить. То ли Паралию, то ли туда дальше поехать, посмотреть, как там. И тут мы все увидели. Тут что, рядышком Кавказ. Отсюда мы видим прям жемчужную Россию, пляж. Постоянно хожу, смотрю на вот эти вот остатки мельницы. Думаю, надо же было замутить мельницу на море. Мельник молол, ходил, купался в море. Прикольно было. Витязево наше, любимое, дорогое. Горького короткое пересечение. Ну, влево побежала дорожка на спуск заснеженная. Ну, снег уже тоже здесь подтаивает. Хотя, мне кажется, Витязево больше было, чем в Джиматеево, Напе вместе взятые. Его здесь лежит еще предостаточно. Осталось нам с вами только здесь пляжи посмотреть. Еду и думаю, миром дальние пляжи или Паралию. Наверное, все же будет правильно показать Паралию. Я уверен, что в душе она найдет отклик у гораздо большего количества людей. Посмотрим, как она выглядит. Снег, конечно, выглядел здесь гораздо лучше. Вот вчера ночью. Смотрите Телеграм. Здесь я тоже выкладывал много видеосюжетов. Возле самой Паралии уже все немножечко растаивает. Потому что солнышко жарит нещадно. Минус 5 хотя по градуснику, но все равно. Вчера вот это все здесь было в снегу совершенно по-другому. Все равно ручьи текут, такие звуки прямо отовсюду. Как будто началась весна, капель пришла. Я думаю, у вас она также звучит. И снежные фотографии я даже сделал, такие более клевые. Погнали, ребятки, туда дальше. Ну, интересно, я хочу показать. Тут люди тащат ватрушку. Под снегом лед, можно кататься на Паралии, прям на коньках. Для ваших городов, я думаю, что ничего такого сверх интересного бы не было бы, если бы это было не Витязево. Ватрушка именно в нашем местности. Это нереально классно. А вот улица Мира еще заснежена. Отельчики, как будто, знаете, Красная Поляна, а не Витязево здесь находится. Где-то горнолыжный спуск. Вот уже и ватрушку посмотрели. Надеюсь, что вам нравится, ребятки, в таком формате разглядывать наше любимое Витязево и получать от этого максимум. Во-первых, ностальгия, во-вторых, ощущение того, что, ну, не так уж мы и далеко на юге, потому что зима у нас тоже бывает и довольно-таки снежная. Там, я смотрю, на пляж очень много тоже людей поехало. Мы пойдем все-таки, наверное, объедем и на Паралии выйдем. На Знойно-Серебряную улицу поворот. Тут тоже гостиниц целая куча, в которых вы и отдыхали. Может быть, уже забронировали на следующий сезон приехать. Также здесь есть картинги на этом улочке. Ну, а дальше наша Паралия. Вот они. Картинги здесь расположены. Провода провисшие очень-очень низко. Тут даже я боюсь своей машины их зацепить. Местечко, где Орион. Бывшие рваные паруса. Строечка идет, пальмы засыхающие. И в ту сторону сама Паралия. Территория среди отелей. По прямой у нас Олимпия. Аквапарк находится. Тоже снег, снег, снег. В ту сторону по Барханной можно добраться до улицы Светлой. Может быть, обратно по Светлой выйду. Глянем, как там. Сюда мы едем уже на парковочку. Машинку припарковал. Аквапарк отсюда виден. Ну, снег тает, тает, ребятки. Все равно заснеженную Паралию мы с вами посмотрим. Вот такой огромный обзор. Я еще раз благодарю всех тех, кто там бывает, подкидывает нам
денежку на бензин, потому что вон, сели и поехали. Куда надо, что надо, поснимали. Красотища. Ой, как снег хрустит под ногами. Тут его так неплохо насыпало. Класс. Почему я так снегу радуюсь постоянно? В детстве ведь снега было много, и снег меня возвращает немножко в детство. Конечно, в детстве вот этого ничего тут не было. Тут была тропинка сквозь камыши. Там, где вот у нас бульвар Шардоне, сейчас ступеньки. Раньше была дорога. Мы на ней на санках раскатывали. Там, уф. Вот сейчас увидел, как там люди катаются. Тут на ватрушке проезжали. Ах! Споткнулся, камень на пролив примерзший. Потому что снег возвращает меня в детство. Вот такие вот ассоциации именно складываются. И поэтому я всегда так рад. Так рад, когда приходит снег. И воздух такой в носу щекочет. Морешка близко. Арочная конструкция у меня есть. Вообще, когда была метель, она так была залеплена снегом. Тут еще старая надпись «Витязев» была на ней. И тут прям такая целина снежная. Солнышко такое теплое. Да что ж, красота-то какая. Каждый год, когда приходит снег к нам, стараюсь ловить эту красоту и показывать вам. Мусор, смотрю, все меньше. Потихоньку пляж вывозят, освобождают всего того, что штормами накидало. Ну, тут прям действительно красиво. Это самый красивый пляж заснеженный. Сначала мне казалось на Мажипсине, но сейчас большущая подложка. И я тех крайне счастлив, что все-таки не отказался от идеи поездки в Витязево, чтобы вам эти места показать. Я надеюсь, что вы тоже рады моему этому решению. Ну и здравствуй, морешка витязевская. С той стороны там злато ищут. Ребята в воде. Палочек много повыбрасывало. И морешка. Привет. Из каждого города вашего всем любителям наших пляжей передаем мы солнечно-снежно-морской привет из Анапы. Дай Бог, чтобы у вас было все хорошо, ребята, вы к нам приезжали почаще. Немножко бонусом мы посмотрим на заснеженные пляжи сверху, как они у нас выглядят, когда приходят к нам снега. Я думаю, что вам понравится это, мои дорогие друзья. Thank you.
Так, все-таки я решил добраться до Светлой, как и обещал вам. Смотрим направо, смотрим налево. Тут, помните, у нас трогательный фонтан работал. Снежок нас тут радовал. Красота. Ну, сказать, что тут что-то такое изменилось или что-то по-другому выглядит, я думаю, неправда. Здесь у нас апартаменты у моря. Золотые дюны. Сторона у нас синойно-серебряная и по светлой двигаемся дальше. Тут бабушка с дедушкой с внучком идут на море. Снега маловато ему там, пускай потерпит. На пляже много бригантина с правой стороны, с левой стороны огонек. Тут у нас детский лагерь. Он уже отстроил территорию, тут что-то новое сейчас начали строить. Тоже быстро все это делается, возводится. Ну, вот так вот все меняется. Просто грандиозно. Ваши любимые столовые, кафешечки, торговые точки. Я думаю, тут много чего, о чем вы можете взгрустнуть. Потому что улица Светлая тоже довольно-таки популярное направление для всех людей, которые прогуливаются в этих местах. Марсель, столовая. Проезжаем с левой стороны. Посмотрим, как все в этом году здесь будет работать. И выезжаем на Южное кольцо. Город мира с правой стороны. Там Агата находится у нас тоже. Здесь гостевой дом ретро. И Кристина. В общем, тоже все знакомые вам места. Кольцо мне нравится, как снежно выглядит. Но вчера я тут поснимал гораздо более красивые моменты. Смотрите в Телеграме. Правда, знаете, какой-то это Телеграм. Ну, а дальше здесь, я думаю, Ной гостевой дом вы узнали. И по правой стороне тоже много разных гостиниц. Вот у нас есть люди, кто спешит куда-то очень сильно. Прежде чем на море, я что-то не обратил сразу ваше внимание. Голубой простор, бывшая база отдыха. Сейчас, видите, все посносили уже. Вырубают деревья. И здесь будут строить детский садик, ребятки. Огромная территория. Мы ждем этого очень сильно. Витязева детского садика не хватает. То сюда бы штуки три их. Что нам осталось? Насладиться шумом моря. Надеюсь, что повествование о заснеженной Анапе сегодня удалось. Еще раз благодарю каждого, кто смотрит, делает подписку, ставит колокольчик и также пишет комментарии, друзья. Всех люблю, целую, крепко к сердцу прижимаю. С вами был Юрий Азаровский. Вам всем привет, Черноморский. Наслаждаемся звуком моря.